Фильм барнаульского режиссера «Такой футбол» выходит на большой экран. Полтора года назад сценарий Андрея Ясаулова признали самым интересным в рамках проведения питчинга на Шукшинском фестивале. На средства губернаторского гранта в сфере культуры режиссеру удалось воплотить идею в жизнь. Лента, на создание которой потребовался год, рассказывает о спортсменах-ампутантах футбольного клуба «Динамо Алтай», которые не раз становились чемпионами России. Правда, по словам режиссера, фильм скорее о стойкости людей с инвалидностью, чем о престиже спортивных достижений. В проекте было задействовано всего 4 человека. Большую часть работы по сценарию, съемке и монтажу выполнял сам режиссер. Самым сложным, отметил Ясаулов, оказалось найти общий язык с героями фильма. Очень много осталось за кадром, и очень много осталось даже в кадре, то, чего мы никогда не увидим. То, что мы видим их процесс, как бы их карьеру, как бы будем говорить, но мы же не можем пережить вот эти слезы, вот этот пот, эти вот страдания. Они люди, ну, обыкновенные люди, которые не привыкли там, к камерам. Там. Режиссер планирует и дальше освещать жизнь людей с ограниченными возможностями, и не только футболистов. Кстати, первый показ фильма «Такой футбол» состоялся накануне. Следующий для всех желающих пройдет в кинотеатре «Премьера» уже завтра, 12 декабря.